То, что Россия и Турция намерены закрыть, и уже заявили, что проблема закрыта, Арцахская проблема решена. Арцахской проблемы нет, Арцаха нет, это мы понимаем. Поэтому посещение российского посла, сопредседателя, в этом плане логично. Но поведение российского посла в рамках Минской группы ОБСЕ становится недопустимым и неприемлемым. И вообще понятие российского присутствия в рамках Минской группы ОБСЕ сама Россия начала пересматривать. Я думаю, надо прекращать такие подходы и изменять присутствие России в рамках Минской группы ОБСЕ, потому что, повторюсь, Россия однозначно высказалась в пользу решенности арцахской проблемы, отказав арцахскому армянству в праве на существование. Наличие такого сопредседателя, на мой взгляд, является ошибкой.